Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева, и сегодня будет завершающий ролик из обещанной мной серии «Блокноты своими руками». На этот раз мы с вами сделаем мини-блокноты из обычных коробков от спичек. Несмотря на то, что в своем видео я использую для обложек готовую распечатку, вы можете заменить ее на цветную бумагу. Итак, все, что нам пригодится сегодня, это бумага, клей и спичечные коробочки. По традиции, хотелось бы познакомить вас с молодым DIY-каналом, который я открыла для себя совершенно недавно, но который зацепил мое внимание уже с первого видео. Как я и обещала, я рассказываю вам о таких перспективных находках. Его ведет симпатичная, крутая молодая девчонка Эвелина, которая снимает интересные оригинальные DIY и лайфхаки. Я уже добавила его к себе в подписки, добавляй и ты, чтобы тоже быть в курсе новых реально крутых DIY-идей от Эвелины. И кстати, передавай привет от меня в комментариях. Ссылку я оставила в описании. А мы приступаем с вами к изготовлению мини-блокнотов из спичек. Как видите, я взяла пустую коробочку от спичек и вытащила из нее ящик, он нам не пригодится. В этой детали нам нужно отрезать боковую сторону, и получится заготовка для обложки. Свои обложки, как я уже сказала ранее, я обклеиваю распечаткой, ссылку на них я оставила в описании под видео. Но можно использовать цветную бумагу, либо этикетки от всяких вкусняшек и сладостей. Внутреннюю сторону обложки мы тоже заклеиваем. Я заклеила цветной бумагой. Теперь нам нужно подготовить блок из листочка вовнутрь. Из старой тетрадки я вырезала листочки размером 5 на 7 см и сложила их пополам. Их нужно склеить в один блокнот. Клей мы наносим со стороны сгиба и фиксируем зажимами. Несмотря на то, что я использую клей Момент, здесь хорошо подойдет и клей ПВА. Главное дать ему хорошенько просохнуть. После того, как клей высох, нужно дополнительно проклеить торцевую сторону полосочкой кухонной салфетки. Таким образом, листочки будут более надежно склеены друг с другом, и блокнот точно не рассыпется. Итак, блок с листочками полностью готов, когда клей высохнет. Все, что нам остается, это приклеить этот блок с листами к нашей обложке. Вот и все, мини-блокнот полностью готов. Как видите, по такому принципу я сделала несколько вариантов блокнотов. Все они получились классные, милые, раскидай их по карманам и по сумкам, они мне обязательно пригодятся. Берите этот способ изготовления блокнотов на вооружение, тем более, что он мега простой, а такие блокноты действительно можно и подарить. В этот раз хочу передать видео привет Лиле, Нике и Даше. Спасибо за вашу поддержку, девчонки. Если ты тоже хочешь видео привет от меня, пришли короткий фрагмент видео на этот email videoprivet@bk.ru и укажи свое имя. А я благодарю вас за внимание, мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Ищите и находите цифры в этом видео и получайте подарки от меня. А мы увидимся с вами уже в следующем выпуске. Желаю вам добра, летнего настроения. Пока, мои хорошие. Добавляй канал Эвелинки в подписки, ссылка есть в описании под видео.